В молодежном центре по интересам улей в Силламяя проходит подготовка уникального проекта по созданию арт-объектов из вторичного сырья. Приглашаем жителей города поучаствовать в нашей акции для изготовления арт-объектов из вторсырья. Наш клуб «Новое поколение» предлагает вам выиграть билет на двоих в Нору СПА. Для этого вам необходимо принести 25 любых пластиковых крышек или зажимов от батона. Передать вы можете либо мне, либо руководителю молодежного клуба Анастасии Сломахиной. А для того, чтобы узнать результаты конкурса, приходите на концерт 16 декабря «Твори добро». После концерта в фойе мы и проведем этот розыгрыш и узнаем, кто окажется этим счастливчиком. Ждем активного участия жителей города. Всем удачи! Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.